Итак, всем привет, ребята, как у вас делишки, рассказывайте, мы потихонечку начинаем, и сегодня мы будем открывать с вами ящики. В честь годовщины китайского Brawl Stars раздают подарки небольшие, вот, и мы с вами сегодня еще докупим немножко подарков, мега ящиков, и пооткрываем. У меня очень давно не выпадали легендарки, бравлеры, то есть я уже, наверное, открыл ящиков 20, ну, не мега ящиков, а 20 больших, наверное, ящиков я открыл, может даже больше, и пока что ни одного бравлера мне не упало, поэтому я 100% уверен, что сегодня... С 11 мега ящиков мы достанем минимум одного бравлера. Но я думаю, что может быть 2 и 3 даже упадет. Ну, поехали. Так, вот подарки, да, то есть получается здесь бесплатный мега ящик. Выдавать их будут в течение недели постоянно, да, то есть можно будет каждый день заходить и каждый день по одному ящику, я так понимаю, их будут выдавать. Вот, и в конце дадут скин на, по-моему, на рикошета. Он будет похож на мега ящик, и внутри будет, типа, как открытый мега ящик, скин на рикошета. Я попробую приложить скрин, если найду. И с вами докупим еще вот эти вот 10 мега ящиков, в сумме получится 11. Я думаю, что пару бравлеров нам точно упадет. Так, ну поехали. Блин, я уже прям не могу. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Легендарка точно. Не легендарка, а бравлер точно упадет. Насчет легендарки я вот... А, 21 день? Подождите. 21 день? Не понял. То есть 22 дня будут выдавать каждый день по подарку или что? Если кто знает, напишите в комментариях, ребят. Я вот что-то не очень понимаю, типа 21 день, 20 часов. Это что такое вообще? Это до обновления или до чего, типа? Ну ладно, не суть. Короче, поехали. Пожалуйста, легендарка, пожалуйста. 5. Ну как так-то? Неужели из-за того, что он бесплатный, ничего не падает? Блин, обидно. Я на 100% был уверен, что мне что-то оттуда упадет. Блин. Ну ладно, давайте покупать вот эти за 1000. Так, все, купили, поехали. 130 кристаллов, 2500 монет и 10 ящиков. Блин, отвечаю, вот точно упадет. Хоть бы легендарка, вот блин, пожалуйста, хоть бы легендарка. 5. Ну как, а где... Как так-то? Фух, поехали. Опять, снова 5, да что такое? Чё за обман какой-то? Где мои бравлеры, я не понимаю. 5. О боже, если честно, я уже думаю, что у меня ничего не упадет. Я расстроен. Снова 5. О май гад. О май гад. Все, сейчас если снова будет 5, удаляю свой YouTube канал. Обрежу. Потом обрежу. На роли, на склейке потом обрежу этот момент. Да это, я не верю в это, этого не может быть, сколько их открыл уже. И при том, что до этого... Я открыл кучу обычных ящиков, и мне тоже ничего не упало, то есть... 5. Сейчас опять... И сейчас опять будет 5. Это какой-то обман, просто обман. Я не верю в это. Это просто обман, ребята. Где мои бравлеры? 5! Снова 5! Ну все, я в тильце, я понимаю, что ничего не упадет. Уже никакой легендарки, я опять снова 5. Уже я ни на что не рассчитываю, ни на какие легендарки. Ни на какие там... Просто что это? Вообще ничего. Вообще ничего не упало, вообще ничего. 11 мега ящиков. И до этого я еще открыл, наверное, ящиков 20 больших. Ну, типа, я их вот здесь вот открываю просто с Бравл Пасса. Просто шок. Вот здесь вот открываю. Штук 20 открыл, ничего не падает. Вообще ничего. Я даже не знаю, что говорить. У меня нет слов. Я расстроен. Ну, я думаю, хотя бы лайк прожмете за эту неудачу. Это просто какой-то, я не знаю, какое-то издевательство. С 11 ящиков я не достал ни одного бравлера. При том, что я и так до этого еще кучу ящиков открыл. Короче, я решил открыть еще 4 вот эти вот. Вот эти 4.
Если сейчас ничего не падает, никакой бравлер мне не падает, я удаляю эту игру. Просто удаляю, потому что с 15 ящиков, и до этого еще штук 20 я открыл, с такого количества ящиков ни одного бравлера не упадет, я в это не играть не буду. Все, это я буду играть в Майнкрафт, я буду играть в любую другую игру. Это последнее будет видео. Если вот сейчас я еще покупаю вот эти вот 4 ящика, и с них ничего не падает, то я больше в эту игру не зайду никогда в жизни. Так, все, мы купили, поехали. Я говорю, если сейчас с этих 4 мега ящиков мне не падает хотя бы один любой бравлер, я в эту игру больше никогда в жизни не буду заходить. 5. Oh my god. 6. Фу. Они меня услышали. Они поняли, что теряют ценного игрока. И решили мне дать что-то. Ну, хоть бы не гаджет. Не, ну, блин, с 15 мега ящиков я не верю, что сейчас упадет гаджет. Это 100% должен быть бравлер. И какой-нибудь крутой, возможно, легендарный. Да. Пять. И последний ящик. Фу, это просто какой-то... Это кошмар. Это просто кошмар. 5. Ну, это просто, я не знаю... Напишите в комментариях, кто-нибудь открывал такое количество ящиков и ничего не доставал. Вообще есть такие люди? 15 мега ящиков. Из 15 мега ящиков один гаджет упал. Один гаджет упал. Гаджет один. Все. И до этого еще 20 больших ящиков. И все, на этом мне ничего не упало. Вы понимаете? Ну, можно, конечно, у меня есть 160 кристаллов. Уже прям... Максимальный тильт, открыть 2 ящика купить, ну типа, если ничего не упадет. Да пофигу, уже я, ну типа, если ничего не падает, да пофигу. Пофигу на эти кристаллы, я уже понимаю, что в этой игре мне ничего не дадут. Я уже максимально отчаялся, до конца просто добью и удалю эту игру. Ну, это все ясно, короче. Все. Больше я в эту игру никогда не зайду. Спасибо, прикольная была игра. Жалко, что я ее так быстро прошел. Я лучше буду в Майнкрафте домики строить. Это какой-то вообще трэш. Это просто лютый трэш. 17 мега ящиков. И до этого еще 20 обычных ящиков. Больших. И ничего не упало. Ни один бравлер. На секундочку, у меня знаете сколько бравлеров? У меня 27 из 47. У меня даже, ну типа, у меня еще 20 бравлеров надо открыть. Если вы думали, что у меня там 2-3 не хватает бравлера, нет. У меня не хватает 20 бравлеров. Из 17 ящиков мне ничего не упало. Ну ладно. Всем пока. Спасибо. Я больше в эту игру играть не буду. Пока.